она как друг и зовет себе мой. Здорово, брат, ты Моцарт. Посмотри, вот в этом месте, в сонате, я хотел... Стучаться надо, Сальери. Ведь был же разговор, а если б я здесь музыку голой писал? Выйди и зайди, как я тебя учил. Тук-тук-тук, разрешите... Разрешите войти, товарищ гений. А кто там? Это я, простой смертный. Ну вот и помнишь все. Ба, Сальери! Ну, полники, к чему такие церемонии между друзьями? Пойди ко мне, обнимемся как равные. Хорошо. Послушай, друг Сальери, Санька, вчера ко мне явился человек, одетый во все черное, и заказал мне реквием о главном. Два. Вот, посмотри. По-моему, так безделится. По-моему, тоже. Что? Гениально, Моцарт, гениально. Особенно вот это новаторство. А ты про то, что лакримозу исполняют акробаты? Нет, про то, что цыганочку играют цыгане. Безумно оригинально. Хотелось бы взглянуть на это чудо. Цыганочка с выходом под правую руку. Я... Я цыган. А-я. Их переводчик. А-я купил за знобе шаль. Сорвал платочек. Ручеёчек, ручеёк. Хочет искупаться. Ай, на мне. Не-не-не-не. О, начал заикаться. Уведу я скакуна. Поступок хулиганский. Эх, раз да еще раз. Считает по-цыгански. Мы ромалы, мы чавелы. Ой, большая разница. Ай, на не-не-не-не-не. Это просто дразница. Поздравляем дядю Гришу. Надо, это наша крыша. Даром, 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 даром. День прошел. Сальери, ты что здесь курил? Ты что, отравить меня хочешь? Нет, что ты, у меня и в мыслях не было, пока ты не сказал. А, Моцарт, может, по чебуреку? Можно и по чебуреку. Гений ты, Моцарт! И шутки у тебя гениальные. Гениальность, ее ведь не пропьешь. Кстати, ты спрашивал, что такое гениальность. Вот простой пример. Сними-ка штаны. Не буду. Хорошо, другой пример. Плохой пример. И вообще, Сальери, не люби себя в искусстве, а люби искусство в себе. Как это? Ну вот я, например, люблю реквием в себе, а некоторые любят танец саблями в себе. Хотелось бы взглянуть на это чудо. Ах ты, мой любопытный, ну смотри, а! Хороший танец, только очень короткий. Поверь мне, ребятам эти секунды показались вечностью. Моцарт, а разве можно в реквием вставлять танец с саблями? А? Ой, можно, не можно, это вы все бездари, что-то там по науке. А я ж самородок. Только матери не говори, расстроится. И что, даже Бах для тебя не авторитет? Ой, Бах, Бабах, это для тебя он, этот, Бах, а для меня так, Бах. Мы ведь с ним во как были, во. Моцарт, дружили, значит? Не надо, Стрит, не надо.
Ты сочинил бы лучше гамму, а? Что, кишка тонка? Да нет, кишка-то у меня, дай бог, каждому. А вот со слухом проблемы. Проверим. 33. 32. 40. 39. Все ясно, слух минус один. Да, Сальери, с таким-то слухом тебе, как бы и в уличные музыканты не загреметь, а? А что, там хорошо, весь день на свежем воздухе, а? Ну, Сальери хочет в Тамбов, а? Ну, чик-чик-чик там, а? Че? Сальери, а? Моцарт, да? Скажи мне вот только честно, как мужчина мужчине. А? Тебе песня помогает? А, в каком смысле? Ну, в смысле, жить там, строить из себя. Сальери, Сальери, ты правда вот такой тупой или притворяешься, чтобы я не комплексовал, а? Ведь музыка для композитора как хлеб, для комбайнера. Молоки, да молоки, 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 молоки. А, так о чем я? Ах, да, вот еще и папашка мой, царство ему небесное, если помрет, конечно, говаривал. Амадейка! Нельзя два раза написать одну и ту же музыку, а продать можно. А разве это законно? Ой, да ладно, это ж только видео, территория закона, остальное это все, Сальери, а? А? Территория любви? В смысле шашкой, в смысле деньги.